Памятник Василию Никифорову Кюлюмнюр открыли сегодня в Якутске. Монумент в честь известного политического деятеля и лидера Национального демократического движения республики находится перед зданием Государственного собрания Ил-Тумен. Памятник выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Напомним, что в этом году исполняется 150 лет со дня рождения Василия Никифорова Кюлюмнюр. Василий Васильевич является человеком, перенявшим от своих предшественников, от древних наших предков Мазара Базекова, Сафрона Сыранова, Алексея Ржакова и других эстафету, смысл которой заключается в том, чтобы дальше возрождать духовность нашего народа, пробуждать национальное, культурное, историческое, правовое самосознание нашего народа. И нынешнее поколение якутян призвано беречь и приумножать эти традиции, отстаивать. Возложили сегодня в честь праздника цветы к памятнику писателя, общественного деятеля Платона Аюнского. В историю он вошел как основоположник якутской литературы, а Аюнский внес весомый вклад в получение автономии Якутской ССР. В церемонии участвовали руководство республики, члены парламента и общественность.